Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Астрора. Сегодня у нас с вами гороскоп на 17 марта 2020 года. И у нас это 23-й лунный день. К сожалению, это тяжелый день. У человека в этот день проявляются склонности к тирании, а какой-то появляется аппетит, дикий, ревность. В 23-й лунный сутки нельзя бездельничать. Необходимо подавлять в себе агрессию. Это день покаяния. Начинается период активного убывания Луны. На спад также идет и энергия в космосе. В такие периоды все валится из рук, но винить себя тут не в чем. Вы существо неотрывное от космоса и просто подвластно его периодам спада и подъема. К этому периоду необходимо подойти с ощущением того, что в предыдущие лунные месяцы вы все сделали, что было в ваших силах, и сделали это правильно. И теперь можете спокойно уделить время пассивному созерцанию. Начальство в этот период может превышать свои полномочия. Появляется приказной тон со стороны руководства. Поэтому постарайтесь воздержаться от общения с сильными мира сего. Луна будет пребывать в знаке зодиака Козерог, а Луна в Козероге вызывает побуждение быть полезным обществу, искать ответы в социуме и его устройстве. Могут возникнуть сомнения в собственных возможностях и желаниях. Стеснительность и обида на людей, которые вас игнорируют, могут испортить вам настроение в этот день. Поэтому не ищите одобрения со стороны, оно вам не поможет. Нужно обрести уверенность в себе, верить в свои собственные ценности. Убывающая четвертая фаза Луны. Хирургические операции рекомендуется проводить, но избегайте операций на органы, которые подвержены влиянию текущего лунного знака. А так как у нас сейчас текущий знак Козерог, то это колени, суставы, позвоночник, мышцы спины, коленная чашечка, кости, сухожилия, кожа, волосы, селезенка и вестибулярный аппарат. Эти части тела и органы сейчас наиболее чувствительны и нуждаются в вашем внимании. Далее у нас сны, и сны этих лунных суток обманчивы и вводят в заблуждение. Сегодня хорошо завершать старые дела, доделывать то, что уже было начато. Начинать что-либо новое не рекомендуется. Также сегодня и неудачный день для бизнеса. Что же касательно денег, то это нейтральный день для решения финансовых вопросов. Если вы решили выяснять отношения, то знаете, что гнев, ссоры, 23-й лунные сутки разрушительны. Один из самых сегодня неподходящих для бракосочетания и помолвки дней. Зачатие не подходит этот день. Что же касательно ухода за волосами, то это благоприятный день для стрижки. Волосы лягут красиво, краска будет нестойкой, но отрастать волосы также и будут медленно. Стрижка приносит сегодня благосостояние. Это день сохранения энергии и пассивного созерцания. Рекомендуется сегодня медитации, уравновешивание своей энергетики при помощи ваших зодиакальных благовоний. Далее, друзья, у нас общий гороскоп на 17 марта 2020 года. Сегодня плодотворный день, хорошо подходящий для самых разных дел, в том числе очень и сложных. Сегодня нетрудно окажется сосредоточиться на полезных занятиях. Не будет соблазна отложить их на потом ради развлечений и отдыха. Стоит уделить внимание своему здоровью. Профилактические и укрепляющие процедуры сегодня будут особенно эффективными. Занятия спортом тоже пойдут на пользу и улучшат самочувствие и ваше настроение. Легким и приятным будет общение даже с малознакомыми людьми, и удастся быстро найти общий язык. В том, что касается личных отношений, можно положиться на интуицию, ее подсказки будут на удивление точными.
Далее у нас гороскоп на 17 марта для каждого знака зодиака. И мы начинаем со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, сегодня возможны приятные встречи и интересные знакомства. Вы произведете хорошее впечатление на тех, кто видит вас впервые. Вероятно, начало романтической истории, которая может сыграть важную роль в вашей жизни. Сегодня подходящий день для экспериментов с имиджем. Их результат не разочарует. Можно сегодня вам покупать одежду, украшения и аксессуары. Такие приобретения будут долго вас радовать. Ну а также знайте, что это не лучший день для того, чтобы заниматься сложными и утомительными делами, требующими сосредоточенности, внимания к мелким деталям. Вы сегодня устаете быстрее, чем обычно, и становитесь рассеянными, конечно же, вследствие чего и допускаете ошибки. Далее гороскоп для знака зодиака Телец. Уважаемые тельцы, сегодня подходящий день для того, чтобы заняться семейными делами, помочь близким решить проблемы, возникшие в последнее время. Сегодня можно обсуждать вопросы, важные для всех. Также сегодня удастся обойтись без долгих споров и найти компромиссы, договориться об общих планах. Сегодня также появятся и новые идеи. Вскоре их удастся воплотить в жизнь. Друзья с удовольствием вам помогут. Поездки будут приятными и заметно поднимут вам настроение. Сегодня будет шанс научиться чему-то новому или получить полезный опыт. За любые необычные дела вы беретесь с энтузиазмом и часто добиваетесь в них успеха. Далее гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые близнецы, день сегодняшний требует особенной осторожности при решении финансовых вопросов. Сегодня вы склонны рисковать деньгами и относиться к ним легкомысленно, например, тратить их на какие-то пустяки. Кажется, что в небольших спонтанных покупках нет ничего плохого, но вовремя остановиться вам трудно, и вы рискуете стать обладателем ненужных вещей. В общении с окружающими будьте сдержаны и терпеливы, иначе конфликта вам не избежать. Также сегодня стоит обдумать проблемы, возникшие в последнее время. Не исключено, что сейчас вы найдете способ решить их. Также сегодня вероятны хорошие новости и заманчивые предложения, которые можно принимать без долгих раздумий. Далее гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, вам сегодня трудно оценить реальное положение дел. Вы склонны смотреть на вещи излишне оптимистично и переоценивать свои возможности. Окружающие не во всем поддерживают вас. Часто из-за этого у вас возникают конфликты. В семье могут возникать разногласия из-за денег. Вы не всегда довольны тем, как близкие их тратят. Это не лучший день для деловых встреч и обсуждения важных вопросов, касающихся бизнеса. Очень сегодня полезны поездки. Они вдохновляют и дарят новые идеи, позволяют завязать интересные знакомства. Не исключено, что напомнят о себе старые друзья. Вы будете рады пообщаться с ними. Далее гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, сегодня благоприятный день для общения. Вы легко находите общий язык с людьми и многим нравитесь. Не исключено начало романтических историй. Новые отношения будут развиваться стремительно и вскоре станут играть важную роль в вашей жизни. Будет возможность вернуться к занятиям, которые когда-то были вам интересны. И есть шанс, что давнее хобби не только поднимет вам настроение, но и станет источником доходов. Вероятно, небольшие денежные поступления, какие-то приятные сюрпризы и подарки. Некоторые львы почти случайно станут обладателями вещей, о которых давно мечтали. Далее гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемая Дева, для вас сегодня плодотворный день. Можно вернуться к каким-то делам, с которыми не удалось справиться вам раньше. Сейчас есть шансы достичь успеха, и они высоки. Вы быстро решаете новые задачи, требующие фантазии и творческого подхода. Хуже, конечно, обстоят дела там, где нужны терпение и внимание к деталям, потому что вы быстро устаете и часто отвлекаетесь. Будет возможность повидаться со старыми друзьями. Встреча пойдет приятно.
Также сегодня можно обсуждать вопросы, связанные с работой или деньгами, а также планы на будущее. Вы узнаете много полезного, получите информацию, которая поможет принять вам правильное решение. Далее гороскоп для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, пожалуйста, сегодня не спешите. Прежде чем что-то предпринимать, нужно определиться с целями и приоритетами, разобраться в собственных чувствах. Только после этого можно переходить к конкретным действиям, иначе вы потратите напрасно и силы, и время. За любые дела, связанные с деньгами, нужно браться с большой осторожностью. Любителям рисковать и участвовать в авантюрах грозят большие потери. Стоит прислушаться к советам близких людей и хороших знакомых. Вы сможете по-иному взглянуть на сложившуюся ситуацию и найти неожиданное решение старой проблемы. Далее гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые скорпионы, вы очень остро реагируете на то, что происходит, и многое принимаете близко к сердцу. Найти общий язык с окружающими оказывается вам непросто. Вы любое замечание принимаете в штыки, даже в самых невинных высказываниях находите тайный смысл. Не исключены сегодня разногласия с людьми, которые прежде поддерживали вас во всем. Поэтому найдите в себе силы спокойно обсудить ситуацию. И есть сегодня шанс достичь компромисса. Любые важные дела лучше планировать на первую половину дня. В это время будет проще на них сосредоточиться. Позже наступит время развлечений и отдыха, приятного общения с друзьями и романтических свиданий. Далее гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемые стрельцы, вам сегодня непросто будет отделить важное от второстепенного. Но то, что сегодня кажется вам значительным, вы в другое время просто бы не обратили бы внимания. Чаще обычного возникают разногласия у вас с окружающими, причем вы сердитесь на всех, кто хоть в чем-то с вами не соглашается. Поэтому старайтесь не давать воли раздражению, иначе вы рискуете обидеть близких людей и надолго испортить отношения с ними. Не исключены финансовые трудности. Денежные поступления, на которые вы рассчитывали, могут задерживаться. Придется менять планы и искать способ быстро пополнить бюджет. Далее гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые козероги, лучше всего этот день подходит для спокойного отдыха, а также для легких, неутомительных занятий, которые вам по-настоящему интересны. Разумеется, вы можете собрать волю в кулак и сосредоточиться на чем-то полезном, но результат ваших трудов будет скромным, а сил придется потратить немало. Можно обращаться за помощью к друзьям и другим людям, в поддержке которых вы уверены. Не стоит обсуждать с домашними какие-то бытовые вопросы. Дело может закончиться конфликтом и взаимными обидами. Подождите немного, вскоре удастся спокойно поговорить обо всем. Далее гороскоп для знака зодиака Водолей. Уважаемые водолеи, вы сегодня склонны волноваться из-за пустяков. Проблемы, которые может принести этот день, не так серьезны, как вам кажется. Если вы не будете нервничать, то найдете способ решить их. Могут возникать разногласия с окружающими. Не исключено, что кто-то не оправдает ваших ожиданий. Спокойно объяснить причину своего недовольства будет непросто. Поэтому лучше отложить выяснение отношений до более благоприятного момента. Также сегодня будет возможность заняться какими-то полезными и интересными делами. Такие дела помогут не только научиться новому, но и познакомиться с интересными людьми. Также не исключены сегодня и романтические увлечения. Далее гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые рыбы, вы сегодня очень привлекательны для окружающих и на многих производите неизгладимое впечатление. Новое знакомство может положить начало головокружительной романтической истории. Если вы хотите восстановить какие-то старые связи, сейчас стоит проявить инициативу, ее наверняка поддержат. Можно сегодня делать покупки. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут вам служить долго и радовать вас и ваших близких. Также у вас появятся новые планы, касающиеся развития карьеры или начала самостоятельного бизнеса. Поэтому не спешите с их реализацией. Нужно хорошо все обдумать и взвесить.
К тому же увидеть слабые места своих идей вам, к сожалению, удастся не сразу. Друзья, вот такой вот у нас гороскоп на 17 марта 2020 года для каждого знака зодиака. Ну а с вами, как всегда, был канал Астрора. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале. Ну а мы с вами скоро уже услышимся в следующем видео. Пока-пока!